смотрим, он поднимается наверх, второй этаж нашего аэропарка. Вот, вот я приехала. Это второй этаж у нас такой. Ну, там тоже как-то красиво оформлено. А хотя нет, наверное, тут этого ничего нет, все на первом этаже. Пойдем вот так, да? Вот мы сейчас в Аби пойдем, покажем вам. Хозяйственный магазин, все для дома. Это с ума сойти, ребят. Там все, вот понимаете, от пилы до топора. От гвоздя до топора, как говорится. Вот, там и цветочки я покупаю. Все-все. И вот ручка мне нужна на мебель. У меня в комоде сломалась ручка. Вот иду посмотреть эту ручку. Ой, какой поезд красивый. Красота вот такая у нас. Дети кричат, идите к нам, мне кричат. Я думаю, что я Снегурочка. Вот. Ну, похоже, да? Подарочки такие несу. Снегурочка с подарочками. Ну что, сейчас мы тут выйдем. В Аби мы пройдем сейчас. Вот вы представляете, Брянск, вот такого центра даже мы не предполагали, что вот будем удостоены, да? Что у нас будет вот такая вот возможность ходить по такому красивому центру. Вот. Мы в Москве только могли наблюдать раньше. А это теперь к нам в Брянск пришло. Кто-то бурчит, там что-то там бурчат, люди недовольны. Я говорю, красота, ребят. Мы даже не думали, вот наши погибшие предки не думали, что будет вот такая красота, город такой красивый будет. Но все наладится, я думаю. Все какие-то огрехи, все это уйдет, мне кажется. Ну, хочется мне верить, что все у нас будет хорошо. Смотрите, какие дверочки. А, нельзя прикасаться к дверочке. Я не прикоснулась, она остановилась. Дверочка умненькая. Ой, какая тут елочка. Ну и вот. Гляньте, какая. Сейчас я людей люблю брянских. И всех люблю. Даже тех, которые на меня бубнят. Просто они меня что-то не понимают. А мне так хочется, чтобы они меня понимали, любили. Вот, понимаете, хотя бы не осуждали.